В Наташинском парке приступили к исследованию прудов для выявления причин их обмеления. Эти пруды здесь появились более века назад. Чтобы сохранить жемчужину Люберец и не дать им окончательно обмелеть, специалисты приступили к исследовательским работам. Первый положительный результат уже есть – водоемы можно спасти. Но каким способом – за счет грунтовых вод и естественных осадков или через бурение артезианских скважин – будет понятно только в сентябре. Проводим сейчас исследования на данной территории. Они включают в себя геодезию, инженерно-геодезические изыскания, промеры глубин, определение донных отложений. Далее будет бурение скважин наблюдательных. Мы будем проверять и оценивать характер грунтовых вод, глубину залегания, дебет этих грунтовых вод, то есть наличие возможности из этих грунтовых вод вообще взять воду для восстановления уровня воды в самих прудах. В середине сентября подрядчик даст заключение по возможности наполнения прудов. Будет выработана некая схема, по которой, в принципе, муниципалитет будет двигаться для достижения нашей цели. Мы приложим максимум всех усилий для того, чтобы наши пруды наполнились, и после благоустройства парка парк радовал жителей еще и прекрасными двумя водными объектами.